Бывает. Ну ничего страшного, на самом деле, в принципе, это не сказать, что это прям критично, да, это может нести свою вот эту вот, вот маленькую, знаешь, критично. Соль, посолить, так у сказать, этот чай. У нас с СФом выехали из Лана, и они прям... Хорошо, и под Реквием. Да, Реквием. Просто невероятная комбинация. Папарацци забирает килл. И, кстати, красиво. Синие проблемы. Но хотят СФа. Но СФ выходит. Ой, Мирана. А, Мирана подключилась. Мы наконец сейчас видим. Стрела. Никуда здесь, по идее, СФ не уйдет. Успеет ли кинуть? Не успевает кинуть. Ничего здесь. DI на себя накидывает. Просто крест. Забирать должны Никса. Дальше переключается на PYW. PYW выкидывает. Очень круто. Здесь забирает еще и товарища. Даже секреты придут, Тиник просто сломает всю позиционку. Минус 7 армора. И здесь, конечно, ну совсем все тяжело. Непонятно вообще, дефать нет возможности. Пупи приходит, говорит, добрый вечер. Папарацци говорит, здорово. Ой, что же вы? А да нет, все хорошо, все хорошо. Здесь забрали. Рошан подбирает кто? Подбирает все-таки Лу. И это неплохое начало, но... Ой, так там убили СФа еще вдобавок. Лу бежит, он на... Ну, под Грейвом сейчас поживет. Пока что там есть, если что, еще Аегис убили Резолюшн и переключаются на Зайца. Зайца тоже сейчас, скорее всего, никуда не отпустят отсюда. Ускоряется Левен, забирает его. Темпларка находится... Ага. О, Грофт. Они просто дружат. Вот эти ледяные великаны и огры, они там рядом живут у них там. По соседству хибары. А Ниша... В смоках. Может быть, врыв. Это Тини. Но в любом случае, да, потратили лассо. Но это минус один. И сразу раскрывается возможность для дальнейшего продолжения. Заяц умирать должен. Папарацци нажал БКБ. Это очень важно. First burst kill. То есть ты как бы сразу должен этот первый килл делать, который очень быстро вносит урон. А здесь смока. Здесь смока. Это может быть плохая драка для экстрим. У СФа нет БКБ. Если плохо начнут... Прямо сейчас запрыгивает PYW, и там одного заберут, но это размен. А Пупей до сих пор живет, отличный ультимейт, очень долго пожил DI. DI пока что живет, у него есть на себе крест, но здесь взорвали уже папарацци, переключается на Кристаллиса. Кристаллису пожить не получается выжить. Ну, я думаю, знаешь, о ком я. Угу. Есть у нас профессионалы, так сказать, эксперты в области стрел. Ох. Молодцы. Это может быть ошибка, но нет, они все правильно читают и увозят именно Тини. Грейт, Паук. Можно здесь... Нет, не потратил все-таки свой ультимейт, но все равно убивают. PYW запрыгивает вперед, Eleven. Eleven может сделать больно Резолюшену, но здесь на развороте ультимативная пошла от Лу. Очень больно делают папарацци страдают на самом деле, его сейчас могут забрать, и никуда он не денется отсюда. Да, он пока что под крестом, папарацци отъезжает в таверну. Как же круто сейчас все делают, секреты, да, там даже был вот этот ультимейт. Дота. Просто фантастика. Да. На самом деле, Резолюшену на Миране он оправдывает доверие команды. Нет, Резоль красавец вообще. И, в принципе, сейчас уже начинает, знаешь, как-то Кристаллис хотя бы подключаться. То есть, если раньше там это совсем было, там, мы 4-5 играли, то сейчас Кристаллис уже становится некоторым. У нас это, как говорится, раскручивает. Крутит. Вертит. Цепляет здесь Джиггернаута, нужно подальше его увести, попытаться как можно быстрее забрать, но он успевает повесить крест, ультимативная пошла в Резолюшена, но переключается сразу же на Батрайдера, абсолютно не страшно, здесь должны забирать Джиггернаут, последняя тычка залетает до Джиггернаута, убили. Разло, да, слушай, хорошо вроде бы, так хорошо, но при этом нету вот как раз вот этой истории. Ниша просто вывозит на тревелах, на МСе героя под лосо, и Дазл сидит и не понимает, как ему грейф-то нажать. Ой, тут PYW, на самом деле его видели, прекрасно, а вот СФ. Сюда и никуда ты не денешься. И Дазл никак абсолютно не может его подсейвить. Он просто не дотягивается, откидывается PYW своей гречкой. Но гречку кушать Кристаллис отказывается. И поэтому бежит дальше. Олд Элевен пытается его как-то спасти. Отлетают. Боже, как же больно. Били пси-блейды просто. Да, и здесь залетают. Как много урона. Лу пытается. Дени реально. Это нереальная дота. Просто фантастика. Они делают то, что должны были делать изначально. Они абсолютно без ошибок. Ошибочно приходят, начинают драку, убивают одного, второго, третьего убивают байбеки, уходят. То есть нет какого-то, знаешь, закидона, каких-то вот этих, вот то, что делают как раз Extreme Gaming на самом деле в каких-то моментах. Луна и с Мираной бабочки, КБ не планируется.
нападение пошло от Свардара. Можно сразу забрать Зайца. Зайца выфорсали. Боже, как же хорошо его засейвили прямо сейчас. И здесь на развороте будут уже пытаться убить. Да, здесь, конечно, точно отправляется в таверну Джиггернаут. Подкопали шикарно. Еще туда стрела залетает. Это минус Джиггернаут. Переключается дальше на Эсэпа. Больно, очень больно делает Резолюшн. Забирают первого, забирают также и Эсэпа. Вероятнее всего сейчас, да, попараться отправляется в таверну. PYW. Это Good Game. Поздравляют Секретов. Ну, Секреты красавцы. Просто... Вау. Я не знаю, экстримы закинули абсолютно...